Прибыль в 360% годовых при минимальных рисках. Программа «Личное дело» недавно рассказывала о предприятии Global Engineering Baltia. Она предлагает латвийцам приобретать акции в обмен на возможность сказочно обогатиться. Несмотря на то, что деятельность этой фирмы не совсем законна, в ее рекламе снялся депутат Рижской думы от партии «Согласие» Руслан Панкратов, который якобы сам стал акционером. Предприниматели заявляют, у них есть изобретение, чудо-технология, мотор-генератор, который может спасти природу от вымирания, а человечество от катастроф. Но спасение стоит денег, которые под видом продажи акций собирают доверчивых латвийцев. Опрошенные экономисты говорят, схема подозрительна. В комиссии по надзору за рынком финансов и капитала добавляют, эта схема незаконна. Несмотря на это, в рекламном ролике предприятия, который предположительно был снят 1,5 года назад, а появился в социальных сетях лишь недавно, засветился депутат Рижской думы Руслан Панкратов. Он настоятельно призывает латвийцев инвестировать. Рентабельность таких капиталовложений может достигать 360% годовых. Невероятно, но на самом деле это факт. В рекламе финансовой схемы щедро используются образы Рижской думы и флаг города. Панкратов не забывает представиться, депутат самоуправления. Мэр Риги Нил Ушаков в отпуске, но как только ролик всплыл, мэр прокомментировал его в Фейсбуке. Ролик был снят пару лет назад. Когда я о нем узнал, у нас состоялись разного рода разговоры. Ролик, конечно, полный ад. После разговоров он нигде не использовался, насколько я знаю. И рекламных кампаний не было с этим роликом. Но в любом случае, это не оправдание. Сам Панкратов комментировать это видео не пожелал. На звонки не отвечал, в СМС обещал перезвонить, но не перезвонил. Однако оставил свой комментарий в социальной сети. Вот выдержка из него. Никто и никогда этот ролик не согласовывал, и отношения никакого к думской работе он не имеет. Я понимаю горячее желание авторов максимально очернить Рижскую думу и ее руководство. Понимаю, что началась предвыборная травля, но хочу огорчить, что если кто и виноват в этой истории, то только я сам. Впрочем, что сподвигло депутата агитировать в пользу незаконной схемы, он не объясняет. Эксперт по коммуникации Андаро Жукалный говорит, это как минимум неэтично. Трудно понять, это как-то глупость, легкомыслие или выгода депутата. Но я бы сказала, что, конечно, неэтично рекламировать не свои решения, политические идеи, но стоять в позициях одной фирмы, которая распространяет сомнительный бизнес-модель. В комиссии по этике партии «Согласие» о существовании этой рекламы ничего не знают. А вот коллеги Панкратова ее видели, комментируют неохотно, но говорят, свой депутатский статус использовать в рекламе нехорошо. И обещают поднять этот вопрос на рассмотрение думской фракции. Это минимальные риски и прекрасная возможность на этом заработать. Сергей Герасимов, Егор Стац, Латвийское телевидение.